Еще рано, конечно, на крыльях пусто. Ну, странно, я сегодня в обед заезжал, там вроде был народ даже в 12 часов, вошел там в 2 часа. Ну, сейчас 20 человек всего. А, ну, там 16, по-моему, было. А, не, ну это мало. Часа через 2, наверное, будет забит полностью. Ну, это да. Я вообще давно не летал, наверное, месяц, если не летал. Ну, кроме волейбола, ну, турнира, дуэли. Блять, тут без приближения более-менее стреляют. Блять, с приближением вообще жопа какая. И меня с приближением слишком сильно болтает, я уж сейчас забил на это дело. По 40 не дают, что ли, летать? Может, их просто не будут на аэродроме? Навряд ли, может, они карточки не обновили. Что и шаки там можно брать. А, не, и по 40, да, ты прав. Здесь по 40. Сейчас поставил себе 10 ботов подряд. Бесконечный боекомплект. Че, всех убил? Ну, пока нет. Тренируюсь. Блять, а если попадаю теперь без приближения, то сразу пилота убиваю. Хорошо же, что жалуешься. Ну хорошо, только я с 10-го раза это делаю. Попал пилот, убил, все. Сразу бы так делать. Посмотрим, как с без сглаживания я буду видеть сейчас в рандоме. В дуэли это одно, потому что там самолет все время близко.
так не теряю его особо. А в сетевой игре нифига не понятно. Надо смотреть на дальние дистанции. Мне очень понравилось. Я, правда, один косяк у меня сейчас. Я теперь самолеты впритык почти различаю. Ну вот как раз надо будет проверить. Мне не очень понравилось, потому что где-то на расстоянии больше километра там начинают крылья мерцать, попадать, появляться. Да, да, есть такое, но за счет этого всегда их видно. Ну, может быть. Я самолеты стал находить за счет того, что они мерцать стали. И раньше чисто в дуэли я видел сразу, как только вот впереди появляется точка там 100 километров. Там 5, 2 6, километра. Ну, 2 километра. А когда я убрал сглаживание, я ее не сразу как-то стал видеть. Там где-то через секунду две только ее по мерцающим крыльям. Я сейчас еще даже вот там 10 этих ботов поставил, как бы они появляются что все время приходится искать его. Нормально я нахожу, особенно если он фронтом летит к тебе, то он прям вообще там чернющий. И ничего не мерцает. Облака, что ли, другие стали какие-то? Такие тучевые там вообще, даже не тучевые, они там, блин, плотные очень, да? Ну да, какие-то чисто субъективные, мне кажется, они изменили облака за месяц. Ну вот я, кстати, сегодня в обед приезжал, тоже заметил, что облака другие стали. Бля, ну вот вытворяют это пиздец. Падал он в штопор, оказался даже подо мной, и я уж побоялся ниже спускаться, то под землю не разбиться. Потянул наверх, а он вышел каким-то образом, блядь, нос задрал и меня еще прострелили. Ладно, мне так уже больше нравится стрелять. На каком упреждении? На 1000. Заново переставил и перестал пользоваться прицелом. И упреждение как-то сразу у меня выравнивается, я нормально беру. Блин, бывает тут вот прям хочется приблизить. Не приближаешь, стреляешь, попадаешь. Фу.
меня сейчас 1650, я на 1000 не рискую делать. Костя, я знаешь, как делал? Отдалял максимально ботов и смотрел, на какой дистанции я их начинаю замечать. А максимально ботов там можно далеко от себя сделать на сколько там, на 11 километров, по-моему. Да, но ты, да, ты их на 10 оттягиваешь, и ты еще на километр. И я их вижу на 11 километрах нормально. В приближении, естественно. Да, получше стало видно издалека. Почти как в тундре. А это нифиговое преимущество. Ага, а то.
В ЗС можно на одну кнопку повесить приближение и отдаление, как в Тундре? Не знаю, по-моему, нет. Да, у меня тоже не получилось, я вдруг это все пропустил. Не, ну у меня на двух кнопках, как бы, меня не парит это. И плюс этот ползунок. Не, не понимаю, то нормально сбивается, то хер попадешь.
сейчас пойду, я покурю. А ты что сейчас, летаешь или что? Я летаю, но я сейчас, наверное, перерыв делаю. Ну ладно, я пошёл курю. Давай.
Здорово. Антоха, здорово. Здорово. Да я вообще курить ходил, да, это пытался с тобой было работать. Забыл. Ну, сейчас сижу и думаю, пожрать пойти все-таки или куда-то. Костя, все, отошел уже, да? Не, я еще тут. А, еще тут. Я в настройках с детальностью вдали не придумался, какую ставить. Ну, то потом на Либер тоже, не? Да, сейчас буду ходить.
Если что, сейчас бузиновки на Иле вылечу. Всем привет. Здорово. Привет. Там на форуме читали, уже плачешь, что фоке с выбранным топливом 100% не меняется поведение самолета при расходовании топлива. Ты подберешь соточку. Даже когда если останется там на парах будешь летать, один фиг будет не маневренный самолет. А если брать 25% топлива, то тот же кать. Ну можно и с каким повираж, все такое. Какая печаль. Че, вы на эшиках не хотите погонять? Ты в лоре отжал? Да я его, да. Быстро буду тренируюсь вот. Я сейчас еще чуть-чуть потренирую и похавать пойду, потом уже можно полетать нормально. Фоку попробовал. Блин, имба гребаная вообще. Я хуею, как эти боты стреляют. Блять, очень сильно отклоняться неохота, блядь. А по-другому они попадают. Поставить ранов не пробивает. Ну тоже надо уклоняться, но поменьше. Херач только дай. Либо сильно вниз падает, либо получше. Да не сливается ментально. Ну, конечно, под них. Он берет над тобой вираж, уходит, ну, до ворот. Просто под него в ту же сторону выныриваешь. После первого схождения. После второго схождения он тупо становится или вираж, или начинает. В лучшем случае начинает климбить. Ты его не достаешь, в зависимости от самолета. В худшем. Попытка заклимбить. Срыв. Ну не короче вообще беспонтовые, что они там писали, что типа настроили бота, все это ерунда. Ну, по крайней мере, если их двое поставить, то они нормально кидают. Ну двое-то, конечно, попробую, если не стреляют хорошо, то. Не, так ну, я двух сбивал, Джим, в том-то весь и прикол. Я до патча двух нормально уделывал. А после патча все. А как они что проводят? Такие боты. Какие боты? На чем самолет? А? На каком самолете? Я на якоре на первом. А боты на каком? F4, B2, не важно, собственно.
пиздец, блядь, вылетел. Поставил, чтобы они не по очереди появлялись. И пока нашел, увидел, что он сзади. Стал разворачиваться, он издалека меня, блядь, шлепнул сразу. Я маркеры себе поставил, внимается. Я маркеры ставлю, внимается. Плохо видно. Блин, почти пролетел на точку бомбежки, смотрю, у меня кажется, эти ножки включены. Кто-нибудь на сервере вообще есть? Ну, наверное, столько Антоха. Ну, на Либерс. Там пусто, что ли? Да нет, из наших, конечно. А, они?
Довольно легко сбивается. Главное... Там до них зайти, они тупо становятся оба один тот же вираж. Один пытается в горизонт, другой наверх. Выбирает жертву, да и... Главное прострелить сразу первого. Все, амортное тело. За вторым начинаешь докручивать, сбиваешь. Даже тундра получается. Разгони посильнее самолетик, потом можно ручку до пупа, только плавно загнать его. Разворот на месте, на... с минимальным набором высоты, там, если 100 метров. А потом можно еще закрылочки добавить и можно... И можно отжигать. Ну, может быть, Тундер, значит, была не так уж не права. Это скорее тут не все так радужно. Моделированность то здорово, но всему есть предел возможности. Ну, вот я о том и говорю, что идеально нигде не получится. Ну, Тундры Супер FM была еще в начале. Как они заявляли, до сих пор у них Супер FM. Ну, по сравнению с тем, что раньше было, конечно, изменилось. Да нет, в Тундре так, дела очень медленные, но, по-моему, становятся лучше. Че-че-че? В Тундре, конечно, очень медленно, но дела становятся лучше и по FM, и по DM. Лучше, чем было 2 года назад. С DM хуже в 100 раз, а вот с FM лучше. ДМ они просто запороли. Ну, не знаю, они, может быть, немножко занизили урон пулеметного вооружения, особенно там бронебойных. Да они с пулеметами не так и не смогли, то у них они рвут, он макака разрывает. Там все, мне кажется, индивидуально стреляет, потому что вот с короткой дистанции пулеметы дамажат, но не все. 7,7 вообще не дамажат, с кучей пулеметов, с огромным количеством попаданий, там полнейший рандом. А тот же этот... Не, ну я сужу по тому, как по мне попадает, потому что я когда вижу, когда на меня какие-то пулеметный самолет заходит, они меня пробивают, явно там стреляют бронебойными, потому что мне весь самолет кочен, но он, в принципе, управляется очень нормально. Критов нет таких явных. Не знаю, насколько это реалистично, но они это объявляли. Там кость, там бред полнейший творится. Потому что я теряю тут. Мессеры танкуют с фоками. Фоки не сильно танкуют, но мессеры танкуют. Потом тут еще будет танковать. Потом одни с пульки рассыпаются. Ну, П-40, самолет, который довольно такой крепенький был. Отличали его крепость во время боя. Много выдержал попаданий. Он там с пульки. Меня последний раз, когда летал, меня стрелял в хлам с секундной очереди макака. Представь, это 2.12.7 и 2.7.7. Причем у меня весь самолет нарисовал, что я черный. То есть превратило в хлам плоскости, самолет не держался в воздухе, в рули выбило. Ну все, короче, в хлам. А до этого макака где-то год не могла нанести фактически никакого урона меняемого. Если, конечно, случайно не подожжешь никакой самолет. То есть там самолет был имба, но она никого сбить не могла. Там очень тяжело, она была полдня мучиться. Ну, а сейчас она теперь пилит в упор, издалека, да, слабенько, очень рандомно, а в упор просто в хлам превращает. Крылья его отрезает, смешно смотрится, хотя мессер попадает с пушки, расстреливает и не сразу сбивает. А мы как это, ну, просто с прохода трт, сбрило и все это разваливается. Там как-то все бред полный. Ну, может быть, за концовки отлетает, самолет танкует, там смотришь на такое, за концовка просто пшик отваливается, а...
тоже крыло отломить, там бывает с пульки, а бывает на три очереди, причем конкретных положить. То хиспана не дам отвечу. Ну, такой бред, например. Из ДМ. Они недавно сделали, я пробовал. Все подряд горело. Вот все абсолютно. Где-то косяк был, они... Если ты поджег, все, это труп. Там с пулемета можно было поджечь. Просто две пульки пустил, все, он горит, на, бросая, он там. Через полдня он на кучу критов нахватается и ляпнется. Потом они недавно сделали, стали по два раза гореть. Вот его поджег, да, коротку как-то крыло, хоп, он загорелся. Он полетел и потух. Горел, да, секунд 30 горел. И потух, и нормально дальше летит. Полетаешь, ему дал еще очередь, но 5 вспыхнул сразу. Причем с пулемета поджигался в упор очень, ну, практически 100%. Там не 100%, ну, процентов 80-100%, это точно поджоги были. И вот поджог, он опять летит, вот второй раз он не... Он, а, нет, по два раза тухли, говорю, да. Второй раз еще потухли. Третий раз он сразу развалится. Ну, то есть, не так и не знаю, наверное, это надо много летать. Я уже, наверное, полгода активно не летаю в тундру. И, так, ну, да там глаза летаю, бросаются. Раз в неделю. Не особо проблем не выгоняется. Не, ну, бредови стало. Они одно время это сделали, интересно было. Хоть самолеты и хрустальные были, разваливались, но сильно там не попридираешься. Как... Тогда бобры страдали, а бобры вообще хрустали в тот период. А вот истребители сбивались, довольно интересно. Как-то и шальную очередь не всегда собьешь. И за концовки, конечно, отлетали, но туда же тяжело попасть прицельно. Из 6 не сильно танковали, а сейчас был, недавно был бред, смотрели, мессер ранул просто безбожное количество попаданий с хиспа, до этого упор. Метров 300-400, зажим такой длительный, по всему самолету, он так телепается, и по нему идут попадания, все это считает. Там крит, он считали до 6 критов в центральной стойке шасси. Ну, центральная стойка шасси, это да. Это фишка, да. Это просто, ну, кстати, весь БК выпущен, остается там вообще прям красный, и вот двое кружатся, и пролетая мимо, просто такой, знаешь, пшик в сторону мессера, он где-то там в вираже был, щелк, крыло отлетело, и он разбился. То есть весь БК в один мессер, и просто пшик в другой мессер. Ну, там приятный бред. Ну, я говорю, у меня особо таких не возникает проблем, но я и летаю мало. Достаточно. Да я сам там не летаю, нафиг, конечно. Играть в этот тир, это уже скучно стало. Не, ну, если жип этот выкатят грёбаный. А, да, я тоже, в общем-то, единственное, что меня держит. Ну, еще я вот на выходных летаю, там, АДшники, САИ собираются, летаем. Как-то у Фазеру не ходили? Не, ну, а то он там полигончик запилил. Да, он там запилил, да. Он там товарищи потянул, там как-то 9-й АП или что-то такое организовался, там уже отцы нагибатора растут. Уже там учить на это возмущались, там рассказывали, как надо летать правильно. Ну, они с нами... В дуэли звали. Да, да. Они с нами на Москву летают. В принципе, нормально. Они... Мы против них сейчас летаем. Мы за синих, а они за красных. Вот, и, ну, они так неплохо, кстати. Они сейчас даже лидируют в нашей мини-войне. Как-то мы думали, мы их так шапками закидаем. У нас такой состав-то хороший. У нас Федук, там, Мильвертон, АДшники. Вот, но нет, они на истребителях неплохо себя показали. Так, ладно, я на сегодня с БЗСом закончу. На удивление удачно отлетал.